Друзі, всім привіт! Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте, будь ласка, на старті нашої програми поставити лайк цьому випуску. Не забудьте залишати свої коментарі упродовж перегляду. Ну і, звичайно, підписуватись. Для нас це надзвичайно цінно і важливо. Мій гість пан Ігор Ейдман, соціолог з Берліну, Німеччина. Пане Ігоре, добрий день. Рад вас бачити, рад привітати. Добрий день, взаємно рад бачити. Спасибо, що ви з нами. Ну що ж, в случаї розвертування высокоточных ракетных комплексов Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет меньшей и средней дальности. Об этом заявил вчера Владимир Путин в Санкт-Петербурге, выступая на параде военно-морского флота Российской Федерации. Ну или же флотилии, не знаю, что там осталось этого флота. Но в Германии ответили, буквально перед нашим с вами эфиром, господин Себастьян Фишер на пресс-конференции, а это представитель Министерства иностранных дел Германии, он заявил о том, что нас не запугают такие заявления Путина, ядерный шантаж оставьте при себе. Слушайте, я правильно понимаю, что Путин хочет новый Карибский кризис? Карибский кризис 2.0. Или это уже речь идет конкретно о, возможно, там, ядерном компоненте, о возможной ядерной войне, не знаю. Ну, я бы не стал говорить о новом Карибском кризисе, это все-таки существенное преувеличение, с одной стороны. А с другой стороны, мы все уже живем в состоянии такого Карибского кризиса light, да, который, по крайней мере, с начала крупномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года не прекращался. То есть, как бы вот некий ядерный шантаж, некие вот попытки России запугать Запад в стиле вот того противостояния, которое было между Советским Союзом и США во времена Карибского кризиса, это уже стало нашей перманентной реальностью, да, то есть это Карибский кризис, это был такой катаклизм, мировой катаклизм, который, можно сказать, практически взорвал стабильность, а в эпоху Путина, да, в кавычках, это стало уже просто обыденностью, понимаете, ядерное противостояние, ядерный шантаж, угрозы. Это стало просто реальной обыденностью, с которой мы сталкиваемся каждый день. И надо сказать, что это уже потеряло остроту. И я вот как человек, который живет в Германии, вот вы мне это рассказываете, да, но я это тоже прочитаю в немецких СМИ, но по большому счету это ни на что не влияет. Это идет как бы фоном, понимаете? Когда был Карибский кризис, ну, мир стоял на ушах. А сейчас это уже, вот эти угрозы, шантаж путинский ядерный, это уже стало такой фон, да, фон, такой белый шум. Понимаете, Путин там что-то говорит, уже мало кто вообще разбирает, может быть, что он говорит. То есть только те, кому за это деньги платят, вот как господину Фишеру, это его работа, он поэтому вот что-то там такое отвечает, вынужден отвечать. А для большинства населения, ну опять Путин что-то там залатил свое, что-то трясет там ядерными, прости господи, мудями. Но это уже никого не волнует, понимаете? Да, да, конечно. Но хочу вас спросить, а это, ну, как бы война к этому всему привела, что это никого не волнует, да? То есть ежедневные там события в Украине на фронте, еще один очаг на Ближнем Востоке, который мы тоже сегодня обсудим. Вот поэтому это все так воспринимается, как-то, знаете, не остро. Нет, совсем не это. А просто потому, что это каждый день повторяют они. Ну, это же, да, ну, такой закон, абсолютный закон социальной психологии, который нашел отражение там, не знаю, в сказках даже детских, да, про мальчика, который все время кричал «волки, волки», ему уже никто не верил. Когда волки пришли, его просто съели, потому что ему никто не верил, никто не пришел его выручать. Или как в Одессе говорят, да, шутка, сказанная дважды, уже не смешная, угроза, то же самое, высказанное много раз ежедневно, она тоже уже не воспринимается никак. Ну, вот, как я уже сказал, как белый шум. Понимаете, Путин девальвировал свои угрозы. Если бы он был бы как бы грамотный социальный психолог, а не дурак, которым он является, то он бы не каждый день грозил, а он бы, не знаю, раз в год, но так, чтобы мир вздрогнул, понимаете? А это как бы знает любой пиарщик, любой социальный психолог, любой рекламист, что нельзя одно и то же, скажем так, если ты что-то повторяешь одно и то же, да, эмоции слабеют, это не может уже вызывать эмоции, страх, смех там и так далее. Это начинает уже восприниматься как некая обыденность. Другой вопрос, что в пропаганде выгодно повторять одно и то же много раз. Но это относится не к угрозам. Это относится к тому, чтобы за некие нарративы, чтобы внушить людям определенные нарративы. Да? Что, как по Орвеллу, там, война – это мир,
невежество, силы, ну что-то вот такое, да? А угроза, с угрозами так не работают. Угрозы должны произноситься очень веско, редко, и за ними должно следовать действие. Опять-таки, если на бытовой уровень переходить, то известно тоже правило, да, такое бандитское, что называется, или хулиганское, что если взялся за нож, надо бить, понимаете? Потому что если человек хватает нож и начинает там просто как пытаться кого-то кошмарить, это через какое-то время его уже всерьез просто не воспринимают, его берут за шкирку и ведут там куда-нибудь на правеж, да? Понимаете? Потому что уже понимает, что он ни на что не способен. Путин растратил свой ресурс шантажиста, и он совершил серьезнейшую ошибку, он растратил, проболтал, заболтал за постоянными вот этими угрозами вот эти возможности страха, возможно, ресурс страха, ресурс шантажа, который у него был к началу войны. И я видел здесь, в Германии, что в начале войны это все действовало, и люди действительно пугались. Сейчас это уже не замечают. Давайте обсудим возможный сценарий по смене власти в Российской Федерации. Я не просто так об этом спрашиваю. Вышло расследование, весьма интересное. Даже это не расследование, извините, это опрос, скорее всего. Так вот, более 40 политологов, социологов и политических журналистов из России, США и Европы оценили вероятность различных сценариев смены власти в России и назвали наиболее вероятных, по их мнению, сменщиков Путина. Это совместный проект «Радио Свобода» и «Настоящего времени». Так вот, начнем с первого. Первый вопрос, с которым обращались к экспертам, звучит следующим образом. Что может привести к смене власти в России? И вот следующие варианты. Наиболее вероятно, как утверждают эксперты, смерть Путина, далее дворцовый переворот, дальше военное поражение, реформа системы управления, революция и добровольный уход Путина. Согласны с тем, что... Ну вот вы согласны с большинством, что смерть Путина может привести к смене власти? Абсолютно точно. Ну, понимаете, мне тоже присылали эту анкету. Я ее просто, честно могу сказать, забыл заполнить. Она у меня висела в почте, я забыл про нее благополучно. Ну, потому что я как-то не очень серьезно к этому всему отнесся, но я был не против, но просто не посчитал это важным делом. Понимаете, непонятно, да? И, безусловно, смерть Путина приведет к фундаментальным изменениям в России. Это очевидно. Но вопрос-то не так формулировался, приведет ли смерть Путина к фундаментальным изменениям. А вопрос, насколько я помню, формулировался, что может привести к фундаментальным изменениям. Ну, так извините, Путин умирать-то не собирается. Это он, правда, некоторые считают, что он уже умер, да? Только в палате, да, номер 6, в которой сидит известный профессор Соловей, там уже недалеко от нее в холодильнике лежит Путин. Да? Но извините, так в реальности-то он абсолютно помирать не собирается, а при нынешнем уровне медицины может жить очень долго. Вы посмотрите, сколько живут вот в мире, в нашем современном, богатые люди, да, богатые, влиятельные люди. Очень долго, очень редко. Бывает, конечно, редко, кто-то умирает рано, да, там Стив Джобс, да, и то там, может быть, он и просто в силу своих странных убеждений проворонил то время, когда нужно было лечиться вовремя, он там пытался медитацией лечить, по-моему, рак. Вот, но остальные-то живут страшно долго там, и еще сохраняют при этом как работоспособность. Посмотрите, сколько живут представители, например, британской королевской семьи, там в среднем умирает или за 100, или под 100 лет, да. Королева-мать умерла, ей было за 100 лет. Королева Елизавета, ей было под 100 лет. Муж ее тоже умер под 100 лет. То есть они живут там до 100 лет. Или взять там американские миллиардеры, там какой-нибудь Блумберг там, и так далее. Сорос. В общем, они не собираются помирать. Путин, естественно, тоже помирать не собирается, будет жить еще долго, к сожалению. Поэтому я бы не стал ставить эту смерть Путина как бы первым здесь. Если бы вопрос был такой, приведет ли смерть Путина к смене власти и изменению системы, к прекращению войны, я бы сказал да. Вот. Только правда, когда она будет. Что касается других вопросов, я считаю, что наиболее... Вероятная причина смены власти – это все-таки
военное поражение России, преступной агрессии против Украины и противостояние с Западом. Военное поражение и поражение в экономической войне с Западом. Сейчас вообще меня поражают наши все эксперты, журналисты, там, в том числе и хороших взглядов, да, насколько у них такое абсолютно, знаете, какое-то такое девичье, что ли, сознание. Какой-то происходит информационный повод, они хватаются за голову, и уже, значит, все там, значит, все ужасно, или наоборот, все прекрасно и так далее. Год назад, значит, все, они уверяли, все там уже, ну, там чуть меньше года. Чуть больше, вернее, года назад. Все уже, значит, Украина побеждает, скоро наступление, тут в России бардак, ура, мы завтра победим, все. Да, не получилось в этот раз. Путину отчасти повезло, отчасти были объективные обстоятельства. Путч Пригожина там провалился, это, конечно, везение Путина, потому что он мог реализоваться, ну и так далее. Все, сейчас уже все, они уже не видят невозможности победы и так далее, и так далее. И не понимают, что ли, или историю не знают, что в любой войне, позиционной войне, да, идет, маятник качает то в одну сторону, то в другую, и это было во время Первой мировой войны и во время других подобных позиционных войн, которые сейчас идет между Россией и Украиной. Но маятник-то качается, но в какой-то один прекрасный момент он идет в одну сторону, и там, как бы, собственно, и война на этом заканчивается. Та же Первая мировая война в 1918 году закончилась, когда достаточно неожиданно, при том, что немцы же получили Брестский мир незадолго до своего поражения. То есть они перестали воевать на два фронта. Восточный фронт был с Россией, он прекратил свое существование. Более того, Германия получила дешевые ресурсы из России, из Украины, кстати, той же. Вот. И кажется, она должна была побеждать, но, правда, там Америка вступила в войну. Но тем не менее, ну, в общем, в результате они проиграли осенью 2018 года, причем достаточно неожиданно для многих войну. И Россия проиграет эту войну, она обречена ее проиграть. Не надо впадать в панику периодически. И не надо, не стоит, конечно, и впадать в эйфорию, но и в панику тоже не впадать не стоит. Сейчас у России заканчиваются ресурсы по многим направлениям. По многим. Они заканчиваются людские ресурсы. Совершенно видно, что они контрактников вынуждены покупать все дороже и дороже, и уже на грани вообще возможного, на грани, что называется, фантастики, какие они деньги платят, и деньги уже заканчиваются на этих контрактников. Каждый месяц бюджет с огромным дефицитом сводится. Это первое. Второе, это разгоняет инфляцию, потому что они эти деньги печатают, по сути, раздают этим контрактникам, их семьям, те их, значит, тратят, в результате цены повышаются и страдают. Да, это основная часть населения, которая не является выгодоприобретателями войны, не получает деньги пока от нее. Вот. Это второе. Значит, дальше, по информации многих международных экспертов, советую прогуглить, если интересны подробности, заканчивается советская военная бронетехника. Они уже, и вообще техника, они уже везут на фронт уже даже не хрущевского, а сталинского времени танки и артиллерийские системы. Вот. Значит, это второе. Значит, уже кончается у Путина, скажем так, ресурс внешней поддержки. Его уже все страны, или большая часть стран, которые как-то с ним имело дело и как-то его поддерживают, они все давно уже говорят о том, что войну надо немедленно прекращать. Об этом говорят в том числе и симпатизанты Путина. Это тот же Си Цзиньпинь, например, китайский. То есть у него ресурсов как раз кончаются, ресурсы, и ту бешеную кампанию, которую они развернули, информационную, по подрыву внутренней стабильности в Украине, по попытка подрыва какого-то боевого духа, что ли, в украинском обществе. Вот эта вся бешеная кампания, я считаю, она похожа на агонию, потому что они не могут пойти на те меры, которые сейчас требуют продолжения войны, поэтому, не получив свое на фронте, они пытаются получить и победить, или добиться каких-то своих целей, добиться каких-то уступок со стороны Украины с помощью вот этой дезинформационной кампании. Так что вот этот вариант, вариант с поражением в войне, я бы назвал как наиболее вероятный для крушения путинского режима. И этот же вариант, он связан с тем, там как бы они все разделили эти варианты, да, что второй был внутренний какой-то заговор, дворцовый переворот. Так вот, дворцовый это переворот. Да, это тоже возможно, но никакого дворцового переворота без
поражения России в войне не будет. На фоне удачи какой-то военной никакой дворцовый переворот невозможен. Это противоречит всем историческим примерам. Конечно, диктатора свергает не когда он успешен, а когда он облажался. И поэтому для дворцового переворота тоже необходимо поражение в войне. Так что все дороги ведут в Рим, и все пути к свержению путинского режима, они ведут на фронт к поражению российских оккупантов-захватчиков. Что касается вероятных сменщиков Путина, да? Вот вопрос, кто будет после Путина? Отвечают Михаил Мишустин, далее Сергей Собянин, Алексей Дюмин, Дмитрий Медведев, Андрей Белоусов, Дмитрий Патрушев, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Денис Мантуров и Максим Орешкин. Ну, вот такие результаты. Согласны с ними? Я забыли другого Максима. Максим Галкин. Вот мне кажется, Максим Галкин будет после Путина. Вот, по крайней мере, у всех перечисленных сейчас шансов не больше, чем у Максима Галкина. И что будет после смерти или свержения Путина, никто толком не знает. С формальной точки зрения, если бы Путин действительно вдруг взял бы и умер, да, такую, значит, доставил бы радость миллиардам людей, я не преувеличиваю, в мире своей смертью, что, к сожалению, маловероятно. Но есть такая вероятность, потому что все бывает, конечно. Вот. Но тогда формально был бы Мишустин, потому что это по Конституции, он премьер-министр, он должен стать президентом. Я думаю, что он довольно хваткий чувак такой. Он бы, я думаю, вцепился во власть, и его бы уже оттащить было довольно сложно. Довольно сложно. Поэтому вот с этой точки зрения, да. Но кто бы стал во время какого-то дворцового переворота, если бы он был, сказать очень сложно. Очень сложно. Это все гадание на кофейной гуще. Понимаете, например, Хрущева никто не воспринял, в сталинской еще системе, да, в последние годы Сталина, при том, что Хрущев был, конечно, высокопоставленный чиновник, но, конечно, он сильно проигрывал другим. Его всерьез не сильно воспринимали. И понятно, что тот же Маленков был гораздо более влиятельным. Берия был гораздо более влиятельным. Вот. Но, тем не менее, он как-то вот взял и оседлал власть. Кто сейчас оседлает власть после ухода, свержения, смерти Путина, неизвестно, тем более еще очень важно, когда это произойдет. Если произойдет это завтра, то да, Мишустин имеет преференции просто чисто юридически, потому что он по Конституции должен после Путина возглавить страну. Но если это произойдет там послезавтра, кто будет тогда премьером, никто не знает. Путин же довольно волюнтаристски принимает кадровые решения, поэтому мне совершенно неизвестно, кого он вытащит. И пока все эти игры в преемников – это детский сад, потому что, как я уже сказал, Путин никуда уходить не собирается, помирать тоже не собирается. Но когда его свергнут, когда Украина победит, а он, соответственно, потеряет власть, будет совершенно другая реальность. И у Максима Галкина будет больше шансов, чем у Максима Орешкина. Ну, если они, конечно, там все не утонут к тому моменту, да. Потому что в России, как известно, прорвало еще одну дамбу, на этот раз в Карелии, через которую проходит Беломорско-Балтийский канал. Так вот, сообщается, что размыло дамбу между шлюзами Беломорканала, 6 человек пропали без вести. Ранее также сообщалось, я напомню для зрителей, о прорыве дамбы в Челябинской области. Я видел кадры, там просто деревни вот так вот сносит вода, да? Просто ищут все, что было до этого большого потопа. Но журналисты нашли весьма интересную деталь, такую цикавинку, как говорят у нас в Украине. Mm-hmm. На реконструкцию вот этой дамбы последней, да, которую прорвало, было потрачено 2,5 миллиарда рублей. Ну вот так вот, потратили на модернизацию или реконструкцию, что там они делали, я не знаю. Прорвало села, там деревни все посносило. И это, вот я прошу прощения, что обращаюсь миллиард раз уже, да, к вам с этим вопросом. Реакции все равно никакой не будет. То есть лучше утонуть, лучше там, я не знаю, замерзнуть в квартире, да, которая не отапливается. Лучше без света просидеть или на улице выходить с плакатом, но ничего при этом не предпринимать. Правильно я понимаю? Не, ну посмотрите, российского, я, да, что же, вы мне 100 раз говорили, а я 100 раз отвечал на этот вопрос. Российское общество страшно атомизировано, и всем плевать, что творится у соседа. Абсолютно. Значит, проблема этой дамбы – это проблема тех людей, которые там живут. Потому что в какой-нибудь Москве или в любом другом крупном городе, да и в мелком городе, у них там свои заботы, им просто абсолютно по барабану. Российское общество совершенно лишено солидарности. Кстати, вы знаете, это не очень плохо с нашей точки зрения.
Потому что социальная оптимизация, она очень сильно препятствует Путину для и его всем пропагандистам и воякам для того, чтобы мобилизовать это общество на войну. Потому что когда человек, каждый считает, что моя хата с краю, они как-то не рвутся не только объединяться и качать права власти, но и не рвутся куда-то идти, там, воевать или еще в таком духе. И мы видим это, что людей просто только единственный способ погнать людей сейчас на войну, это купить. Купить пытается покупать, и все дороже уже стоит пушечное мясо, идет инфляция его, и, в общем, и меньше его становится. Вот, да, ну так вот, так это, в общем, неплохо, с одной стороны, но, как всегда, тут палка о двух концах. С другой стороны, в результате социальной оптимизации и отсутствия солидарности какой-то, отсутствия каких-то объединительных идей, объединительных стимулов каким-то действиям, с другой стороны, это сказывается на то, что нету, ну, никаких оппозиционных действий, нету попыток защищать права. То есть люди, которые вот действительно остаются без света, почему? Они выходят на улицу, они даже движение перекрывают. Понимаете? Но это, да, но это только вот в этом городе. Понимаете, да. Если там в каком-то городке, там я уже не помню, где там не было света, в условном каком-нибудь там, я не знаю, Ставрополе, предположим, не помню, где-то на юге это было, да, нету света, они выходят, то, а в Краснодаре есть свет, то краснодарцы потирают руки, думают, ну, как, так им и надо. Понимаете, это вот Россия современная, она такая. Вот. Это условно где-нибудь в Германии, да, там что-то, какие-то проблемы, это становится проблемой всей страны. Да, наводнение где-то было на западе Германии несколько лет назад, вся страна стояла на ушах, все помогали и так далее. И так далее. Вот, так что не надо, не следует ждать, что из-за того, что там разворовали очередные бабки на этой дамбе, что вдруг там народ начнет чесать репу и говорить, все, больше терпеть не можем, понимаете, вот до дамбы терпели, а вот тут дамба прорвало, это все, с этой дамбы теперь мы выходим на улицу как один, как новые декабристы, встанем прямо около, на Сенатской площади или там, вот. Нет, понимаете, не будет этого, очевидно, и ждать не стоит. Что вы думаете, Игорь, по поводу задержания замминистра обороны Дмитрия Булгакова? Я напомню, что он проходит по делу якобы о коррупции, там, значит, находится, его отправили уже в СИЗО, отвечал за материально-техническое обеспечение армии с 2008 года, а снят с должности был спустя полгода после того, как путинская армия вторглась в Украину. И вот о нем вообще забыли. Его сняли с должности. Прошло полгода после войны, сняли с должности, забыли. И тут вдруг почему-то вспомнили, пришили вот это дело о коррупции. Ну, я не знаю, воровал, наверняка воровал. Просто это не новость, в этом новости нет никакой. Да. Я хочу спросить, что является истинной причиной? Это удар по Шойгу, это там зачистки какие-то, продолжения, да, зачисток, борьба между своими. Я не знаю, вот что это может быть на ваш взгляд? Ну, тут, я думаю, несколько причин этого всего. Но первое, нужно найти козлов отпущения за неудачи. Да, можно еще. Да, это тем более в обществе давно там зрело какое-то недовольство. Пригожин его активно поддерживал в свое время, недовольство генералами, Министерством обороны. И нужны враги народа, вредители, которые... Вот если бы не вредители, которые... Там несколько генералов, которые разворовали... армейские все запасы, это так подается населению, то все было бы хорошо, и великий Путин бы уже давно принимал парад, причем даже не в Киеве, а уже где-нибудь в Вашингтоне. Вот. То есть нужны такие козлы отпущения, это первое. Второе, некая сила инерции, то есть Белоусова, то есть Путину удалось убедить, что верхушка Министерства обороны во главе с Шойгу превратила Министерство обороны в черную дыру, куда все больше и больше уходит денег, а результат не виден. Да, я уже сказал, что у них деньги заканчиваются. Им нужно было срочно эту дыру заткнуть. И они решили как бы уменьшить, сократить, поставить под контроль воровство и коррупцию. Там для этого поставили Белоусова как счетовода в отрубы, чтобы он там считал денежку. И да, но нужно было, раз коррупция есть, раз, значит, они ее пытаются с ней бороться, нужно было продемонстрировать генералам и другим потенциальным коррупционерам, что вот это небезопасно воровать. Вот. То есть и это тоже роль играет. Вот. Дальше что? Я не думаю, политических причин тут нет. Вы видели этого Булгакова?
И такая какая-то армейская хитрая гнида такая, знаете, которая под себя, видимо, гребла всю жизнь своими крысиными лапками, бабки там все, что можно, воровала, да, тащи с работы каждый гвоздь, как говорили в советские времена. Вот примерно такая хитрая гнида. Конечно, никаких ни политических амбиций, ни влияния у него не было. Чистый вор просто, больше никто. Мы сегодня вспоминали в нашем эфире Пригожина, и его остатки ЧВК «Вагнер» хорошенько так получили, ну, в общем, давайте скажем честно, были разгромлены в Мали, в Африке, повстанцами. И вот Андрей Юсов, это представитель разведки украинской, комментируя эту историю, сказал о том, что, в общем, эта успешная операция повстанцев-туарегов против вагнеровцев в Мали будет иметь влияние на всю Россию. Я, честно говоря, так и не понял, но как бы смысл вот этого заявления будет иметь влияние на всю Россию. Может, вы объясните? Возможно, это связано с тем, что никто не останется безнаказанным, потому что эти вагнеровцы были в Украине, а потом где-то в Беларуси, потом выехали в Африку, и вот их свое настигло, как говорится. Я думаю, никакого влияния на всю Россию это иметь не будет. Понимаете? Я уже обратил внимание, это же, что некоторые представители, некоторые спикеры ГУР, да, это же ГУР или... Да, они очень-очень любят красивые слова и какие-то. Здесь вот в Германии, ну вообще и в Штатах тоже люди, которые занимаются военной разведкой, они вообще не публичные. Они сидят тихо и делают свое дело. А в Украине это там спикеры такие, которые все время нам рассказывают какие-то истории фантастические. Вот. Но реально, конечно, ничего не будет. Тут погибло там 10 или сколько там, 100, неважно, несколько десятков головорезов каких-то. Но это не надо, как в Украине этих головорезов каждый день больше погибает. Там такой Мали в Украине каждый день, то есть не меньше, я уж точно. Вот, и поэтому ни на что это, конечно, влиять не будет. Но, может быть, на ситуацию в Мали и то не самым решительным образом. Да, действительно, сейчас россияне пытаются в Центральную Африку под себя подмять, но это, понимаете, это называется наступать на старые грабли. Я это все еще застал в советские времена, когда Советский Союз активно дружил с Африкой, активно там насаждал свои режимы, которые благополучно потом эти режимы повыкачивали из России, из Советского Союза денег, а потом благополучно его кинули. То же самое будет и с путинскими. Так что это все, в общем, абсолютно не имеет никакого значения. В заключение хочу обсудить с вами события на Ближнем Востоке, потому что Эрдоган, президент Турции, заявил, что Турция может войти в Израиль, как в Ливию и Нагорный Карабах. В МИДе Израиля тут же отреагировали и сравнили его с Саддамом Хусейном, после чего перепалка продолжилась, и уже в Турции сравнили Нетаньяху с Гитлером. Я вас хочу спросить, идет ли все к большой войне на Ближнем Востоке? Да, там Хизбалла ливанская с одной стороны, с другой стороны там прокси Ирана, против которого воюют, ну, собственно, начинали эту войну. А теперь уже Турция. Войдет ли Турция действительно в Израиль? Страна НАТО, я напомню. Абсолютно нет, никогда, это полная чепуха. Эрдоган не сумасшедший. Тут есть два обстоятельства. Во-первых, если Турция попытается напасть на Израиль, она получит конфликт с западным миром, США, конечно, вылетит из НАТО. Первое. Второе, с военной точки зрения, я думаю, что Израиль отобьет это нападение. У турецкой армии, турецкий флот сильный, безусловно, это не Сирия там какая-нибудь, и даже не Египет, но израильцы, я думаю, справятся. Вот. Так что это полная чепуха. Эрдоган занимается политическим пиаром. Понятно, что мусульмане, турки в том числе, они страшно возмущены Израилем, они там их накачивают местные собственные СМИ постоянно на эту тему. То есть я же даже это вижу по Берлину, тут ходят периодически демонстранты какие-то полубезумные, кричат, что все, вот. И, собственно, это, кстати, среди них немало и выходцев из Турции. Но, то есть это чистый пиар. Понимаете, он теряет популярность, Эрдоган. У него в экономической ситуации в Турции уже не первый год очень плохая. Уровень инфляции зашкаливающий. И, в общем-то, он привел Турцию к перманентному кризису. И к не только политическому, то есть к откату от демократических завоеваний, но и к экономическому кризису. И, в общем, у него шансов, скажем так, вот, и он хочет же продолжать свою власть и передать потом ее представителям
своего клана, вот шансов на это очень мало. Ему приходится для того, чтобы поддерживать свою популярность, а он строит такой тип крутого мена, такого крутого, которому ничего не страшно, все. Вот он будет продолжать угрожать Израилю. Но к войне, конечно, он совершенно не готов и не собирается ее вести. Игорь, огромное спасибо вам за этот эфир. Всегда очень профессионально и безумно интересно. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.